Привет! Это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, из-за чего ваша кошка может быть вечно голодна. Владельцы мяукающих знают, что кошки любят поесть, однако порой их аппетит переходит все границы. Кажется, будто питомец голодный постоянно. Кошка действительно может не чувствовать насыщения от еды. Это может быть вызвано целым рядом причин. Почему так может происходить? Давайте разбираться. Первая причина – кошка страдает от паразитов. Они забирают питательные вещества и элементы из поступающей в организм еды, поэтому питомцу приходится есть за двоих. Если вы подозреваете, что причина переедания кошки в этом, отведите питомца к ветеринару. Также не забывайте о профилактике. Животное необходимо регулярно обрабатывать от гельминтов. Вторая причина – гипертиреоз или сахарный диабет. Оба заболевания способствуют увеличению аппетита. При гипертиреозе разогнавшийся метаболизм сжигает большую часть поступающих калорий, и организм требует пищи еще и еще. При диабете сахар не преобразовывается в энергию, и еда не насыщает животное. При этом кошка заметно худеет и испытывает повышенную жажду. Поэтому, если вы заметили, что ваш мяукающий друг жадный и много пьет, покажите его ветеринару как можно скорее. Еще одна причина переедания – скука и чувство одиночества. Как и человек, кошка может есть от тоски. Чтобы решить эту проблему, нужно занять досуг питомца. Старайтесь чаще играть с вашей любимицей в активные подвижные игры, купите ей новые игрушки. Благодаря этому ваш питомец перестанет заедать скуку. Следующая причина – стресс и депрессия. Если кошка находится в подавленном состоянии, еда помогает ей успокоиться. Как правило, стресс возникает из-за перемен в жизни питомца, и он часто перерастает в депрессию. Чтобы этого не допустить, уделяйте вашей любимице больше времени. Играйте с ней, гладьте ее, регулярно покупайте ей новые игрушки и лакомства. Неправильно подобранная диета также может стать причиной переедания питомца. Возможно, нынешний корм не покрывает потребности кошки в питательных веществах и элементах. Если проблема в корме, обратитесь к ветеринару. Он поможет подобрать сбалансированное питание, подходящее именно вашему питомцу. Таковы самые распространенные причины, почему кошка может быть вечно голодна. Если ваш мяукающий друг ведет себя подобным образом, выясните причину этого и устраните ее. Тогда ваш питомец перестанет переедать. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!